Вот висит. Сани висят. Ну, провалились. И таких по трассе с десяток уже было. Может, 40, может, 50 человек в год пытаются попасть в эти места. В основном летом. Здесь нет туристических маршрутов, а дорогами называют пробитые снегоходами трассы, ведущие к зимовьям в десятках километрах от деревень. Мы едем на территорию Катунского биосферного заповедника. Это 157 тысяч гектаров первозданной природы.